С главными новостями этого дня в студии Оксана Ульяновская. Северный завоз в Ненецком округе выполнен на 45%. За период навигации муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» планирует доставить в населенные пункты региона более 20 тысяч тонн угля, почти 10 тысяч кубометров дров и более 178 тысяч тонн дизельного топлива, масел, смазок и бензина. Кампания по обеспечению населенных пунктов топливом должна завершиться до начала октября. По данным муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис», северный завоз идет по графику. На сегодняшний день всеми видами топливно-энергетических ресурсов в полном объеме обеспечены Харутаха, Ревер, Низь и Коткино, а также деревня Волонга. Ранее Ненецкая нефтяная компания доставила годовой объем нефтепродуктов в поселения, расположенные на малых реках, доступных для судоходства только в начале лета. В настоящее время идет подвоз дизельного топлива в Нельминос, Андик, Чижу и Низь по реке и морю. Уголь у нас в полном объеме. Дизель топлива тоже привезли. Угля 2,5 тонны. Дров 1085. Дизель топлива должны были в июле привезти, но привезли его уже раньше, то есть сейчас. Я так думаю, что все до 1 июля уже все завезут. Твердое топливо сегодня доставляется в Оксино. В ближайшее время ожидается поставка в Шойну, Чижу и Ваучейский. В Нижней Пёше выгрузка партии угля завершена. Осталось сделать несколько рейсов по Печоре и морю. Нельминос, Андик, Осколково, Куя, это по реке, по морю Чижа, Шойна, Ваучейский, Ома, Бугрино, Каратайка, Варнак, Усть-Кара. В 2016 году «Севержилкомсервис» также организует поставку угля и для 70 котельных, которые отапливают расположенные на селе учреждения образования, культуры и здравоохранения. Доставка топливно-энергетических ресурсов, как и в прошлом году, идет из городов Архангельск и Печора. Для развоза нефтепродуктов по морю задействованы танкер «Нептун» и теплоход «Беломорский». По реке доставка осуществляется теплоходом «Вишера» и плавкранами. Согласно графику, компания по обеспечению населенных пунктов топливом должна завершить до начала октября. Валентина Чибичик, Антон Выдряков, телеканал «Север».